призвало нас служение, чтоб ты таким, как Он, мог стать. Христос пример для подражания, как надо ближнему служить, любви оказывать внимание и жертвенным для Бога быть. Христос пример для подражания, как надо ближнему служить, любви оказывать внимание и жертвенным для Бога быть. Встречаться часто могут трудности, не надо руки опускать, но пусть Господь дарует тебе мудрости, чтоб как Спаситель поступать. Христос пример для подражания, как надо ближнему служить, любви оказывать внимание и жертвенным для Бога быть. Христос пример для подражания, как надо ближнему служить, любви оказывать внимание и жертвенным для Бога быть. Имей на сердце сострадание, молись за страждущих всегда. Пускай Господне помазание не покидает никогда. Жертвенное.